Волейбольный клуб «Амичка» на этой неделе вновь оказался в центре внимания региональных СМИ. На этот раз информационным поводом для пресс-конференции стало назначение главного тренера команды. Владимир Кузюткин, недавно покинувший пост наставника национальной сборной, в ближайшие 2 года будет работать в Омской области. Знакомство прошло хорошо, главное – быстро. Почему? Потому что я в основном знаком с положением дел, с игроками команды. Там на 80-70% как минимум я знаком с игроками. Давно знаю эту команду, давно знаю ее руководство. Меня связывают достаточно хорошие товарищеские отношения, что с Омском, что с предыдущим руководством. Поэтому все это мягко прошло. Владимир Иванович является одним из самых титулованных действующих тренеров России, приводивший национальную женскую сборную к званию чемпиона мира по волейболу в 2010 году. Настрой на работу в «Амичке» вполне реалистичный. Сразу творить чудеса не обещает. Основные трудности Кузюткин видит в том, что пока травмированы ключевые волейболистки. Это диагональная Людмила Малафеева, ей предстоит операция, и доигровщица Марина Марченко, которая восстанавливается после травмы. Я думаю, что Марченко мы сохраним, она будет играть, она уже тренируется, процентов на 70. Я ей просто категорически запрещаю делать все по максимуму, потому что мысли, если и ее лишимся, ну это уже будет беда. Но я еще раз повторяю, вы спрашиваете, я отвечаю. А так все нормально. Впервые на игру «Амичку» новый главный тренер выведет 11 ноября, когда начнутся матчи турнира на призы правительства Омской области. С точки зрения тактики, отмечает Кузюткин, это очень своевременное событие. Прекрасная возможность опробовать новые элементы и в целом протестировать организацию игры перед продолжением чемпионата России.